10 скрытых камер, размещенных в нужное время и в нужном месте. 78 часов уникального видеоматериала. 60 суток, ушедших на синхронный мультикамерный монтаж. Мы покажем вам то, чего не видел ни один житель планеты Земля. Реальную жизнь реальной многодетной семьи амурских леопардов без всяких прикрас и спецэффектов. Вот мы видим, как многодетная мама впервые ведет детей к добыче. А сначала она проверяет, нет ли опасности. И только убедившись, что никакой угрозы нет, разрешает детям двигаться вперед. О, первый пошел. И пока двое котят еще размышляют, нужны ли им новые знания, он уже изучает, как на самом деле выглядит то, что ему предстоит есть всю оставшуюся жизнь. Разведчик-то он, конечно, самый смелый, да только никак не может определиться, вот это, то, что перед ним, это надо есть или это надо бояться. Смотрите, как только раздалось азартное чавканье, в очереди вспыхнул классический диалог на тему «Вас здесь не стояло». И по правде прекратил, второй котенок отправляется изучать оленя в натуре. Вот это да! Мы же думали, что при таком количестве ртов поедание должно происходить на манер львиного прайда. Все набрасываются на добычу с разных сторон и в кратчайшие сроки наперегонки набивают желудки. А скрытые камеры показали, что амурский леопард и в этом ни на кого не похож. Мы видим, что котенок, первым оказавшийся у мяса, пресекает любые попытки родичей разделить с ним трапезу. Причем пресекает далеко не ритуально, а совсем по-взрослому. А мать вовсе не спешит наводить порядок и всем своим видом говорит: «Разбирайтесь сами». Ну, разве что самого обиженного пожалела и приласкала. Так у любой матери тут сердце не выдержит. А, наконец, первый котенок набил пузико и торжественно уступает место второму. Конечно, теперь от обедавшего нахаленка тянет побеситься и поиграть. Но сыты голодному не товарищи. Третий претендент на оленину, наученный горьким опытом, уже не пытается приближаться к туше, а терпеливо ждет своего часа. А мать все это время, как заправский часовой, патрулирует периметр, ни на секунду не расслабляясь. Ведь дети совсем забыли уроки осторожности, так что вся ответственность за безопасность лежит на ней. Однако сытому котенку на это наплевать, но хочется ему побеситься, и все тут. О, долгожданная награда за терпение приходит к третьему котенку, и он самозабвенно впивается клыками в добычу. Да так самозабвенно, что даже позволяет себе огрызаться на собственную мать.